Ты все думаешь, что это у меня пони, да? Погиб, ты не пони? Нет. Ты лошадь, да? Я расскажу вам по секрету. Самая маленькая в мире лошадь. Называется эта штука американский мини-корсик. А зовут его Фантик. Фантик. Давай улыбнемся нашим друзьям, как улыбаются все настоящие артисты. Сначала сюда. Теперь сюда посерединке. Ну а теперь вот туда-то им было не видно. Так, Фантик, если ты лошадь, на всех лошадях люди всегда ездят верхом, правда? Ну а чтобы поехать верхом, лошадь надо поседлать. Седло на ней одеть, да? Сейчас мы попробуем это сделать. Лошадь, вставай сюда. Сначала лошади на спину кладут вот такую вот специальную тряпочку. Кто знает, как называется? Попона — это чтобы лошади было не холодно, а под седло, чтобы не натереть спинку, кладут вальтрап. Итак, кладем специальную тряпочку. А теперь можно класть седло. Это ветер, наверное, подержит. Фантик, Фантик, это тряпочка, чтобы не натереть тебе седлом спину. Так, давай, давай, сейчас все будет в порядке, сейчас давай я тряпочку посидлю, да? Отлично получилось. А нельзя... Ты что, не хочешь никого катать? Вообще никого? Даже не никого? Ну, скажу по секрету, действительно, на таких маленьких лошадках верхом никто не катается. Но зато с ними можно очень здорово поиграть. Любите играть? А игрушки у вас есть? Много? Вот у Фантика тоже целая куча игрушек. И сейчас он вам всех покажет. Вы смотрите внимательно и угадывайте, что это у нас за звери. Действительно, больше ничего нету. Но когда поиграет все свои игрушки, Фантика обязательно складывает обратно в коробочку. Этот трюк больше всего нравится взрослым. Теперь, пожалуйста, освободите лесенку, потому что сейчас мне надо спуститься вниз. Освободите, пожалуйста, лесенку. Благодарю вас. Так, сейчас мы спустимся вниз и возьмем маленького-маленького. Да пойдем, не бойтесь, не бойтесь. Пойдем. Как тебя зовут? Лера или Вера? Лера, чудесно. Леронька, разворачивайтесь сюда, пожалуйста, чтобы все видели, какие вы красивые. Скажите, пожалуйста, хотите сыграть самую любимую игру Фантика? Да? Ну, давайте попробуем. Вот смотрите, все очень просто. Надо очень быстро эти колечки одеть на эту штучку. Только будьте внимательны, я буду говорить, какого цвета хватает. Вы будете брать и быстро-быстро одевать, давайте. Итак, давайте, приготовились. Берем красненькое колечко. Где красненькое? Отлично, одеваем, супер. Теперь синее. Прекрасно. И зеленое. Супер, ваши аплодисменты моей помощнице. И вам, конечно же, приз от Фантика. Держите, как раз под цвет вашей кофточки. Прямо теперь игра. Так будет честно, правда? Как вас зовут? Соня, чудесно. Соня, сможем так? Да? Вот так быстро-быстро одеть колечки, только того цвета, какого я скажу, да? Давайте попробуем. Сейчас мы проверим, как у нас цвета разбираются, да? Итак, давайте. Мы берем синее кольцо. Отлично. Теперь красное.
А теперь зеленая. Супер! Ваши аплодисменты! И, конечно же, тоже приз. Теперь очередь Фантика. Как вы думаете, лошадь так сможет? Баскетбол. Оставайтесь, пожалуйста, на своих местах. Оставайтесь, подойду ко всем. Давайте. Молодец. Подожди, не отойду. Давай. Молодец. Давай. Как вас зовут? Настя, прекрасно. Сейчас мы с вами будем демонстрировать аттракцион «Дрессированная Настя». Очень простое задание. Вы весело бежите вокруг меня, а у меня есть колечко. Вы прыгайте в колечко, бежите вокруг меня, прыгайте в колечко, бежите вокруг меня. Останавливайтесь, очень красиво кланяйтесь. Все вам бурно аплодируют, и вы получаете приз. Дадите? Итак, внимание, впервые на нашей сцене аттракцион «Дрессированная Настя». Побежали! Отлично! Молодец! Так, а теперь самое сложное, надо очень красиво поклониться. А где бурные аплодисменты? У-у-у! И, конечно, приз от Фантика. Как вас зовут? Катя, дрессированная Катенька. Давайте, Катюш, побежали вокруг. Весело, весело, подпрыгивали, да? Да, вот, отлично. Сложное, вы должны очень красиво поклониться. Ну, давайте вспомните, как все артисты кланяются. О, молодец. О, какой, ты не застрянешь меня в кольце-то, нет? Сейчас проверим, как зовут тебя. Егор, дрессированная Егор. Это была репетиция. Отлично! Все на пролог. Давай еще раз. Два, прыг. А ты... О, это было прекрасно. Итак, наша аплодисменты мы попробовали гору. Человек такой хорошо подготовленный. С носом, с усами. Как я думаю? Вовка! Вова! Давай, Вовка, побежали! Красиво кланяемся. Ваши аплодисменты Владимиру. Ну а теперь, друзья мои, очередь Фантика.
поклониться. Ну что, друг мой, бегал, прыгал, устал, да? Устал, конечно, устал. А когда дети устают, что бывает у детей? Взрослые, что бывает у детей, когда они устают? Конечно, тихий час. Вот кто из вас видел, как спят лошади? Кто видел, как спят лошади? Кто сказал стоя? Стоя спят те лошади, у которых кровати нету. А у пальчика есть кровать. Так что смотрите, как спят лошади. Скажу по секрету, самое сложное для лошади – это попасть на матрасе. Конечно же, накроемся одеялком. Так вот и спят лошади, а вы говорите стоя. Что, Фантик, отдохнул немножко? Молодец, лапу дает, вырастет, овчаркой будет. Ну а теперь вы должны убрать за собой постель, правда? А ты возьми, пожалуйста, подушку. Давайте, что больше всего любит рисовать лошадь? Нет! Кто сказал траву? Кто сказал траву?